Че, я тут? Где еще задание? Вот. Где-то задание далеко. Блять, она машину надо починить, да? У нас тут это. Как оно, блядь? Мастерская, ёпта. Почини тачки. Тачанку починить. Блять, какая у нас тачка охуенная просто, человек. Чего ищешь? Да все, нечего больше делать, все сделано. В любое время. Тихо, ша. Ганс едет, освободи дорогу, бля. Люди останавливаются вовремя, это радует. Очень радует. Там еще копа ебашит. А где задание-то? Чуть далековато будет, да? ДТП, водитель хочет скрыться. Вас понял. Что задание? Бомба под сиденьем. Джо, ко мне сегодня пришел клиент и предложил очень хорошие деньги за свою машину. Я обычно с машинами дела не имею, но ему были очень нужны деньги. Сделка была выгодная. Не отгонишь машину к Чарли на продажу? Ты в автомобилях понимаешь куда больше моего. Ты точно сторгуешься. За хорошую цену. Я дам тебе долю от продажи. Не знаешь, Джо, будь осторожен. Что-то в этом клиенте было подозрительное. Уж очень он хотел расстаться с машиной. Отгоните машину Чарли на продажу. Осторожнее, тут наверняка что-то нечисто. Что ж там может быть нечисто? Это говно, что ли? Ебанулся, блядь. И что вы мне, блядь, предлагаете делать, ебать? Моей машины нет, кстати, она съебалась куда-то. Вот это задание, я ебу, блядь. 3 секунды, вы ебнутые? Я что, похож на минера, блядь?
Ну и прет. Преследую гонщика. Ясно? Да он маньяк! Живым не берем! Да иди нахуй. Вас понял. Успел, блядь, ебать, заебись, блядь, наконец-то, нахуй, 40 попыток, успел, о, блядь, далее, конечно, нахуй, короче, буду обрезать видео, склеивать, нахуй, попытки все свои неудачные вырезать. Так, ну чё, продолжаем, блядь, где еще задание-то, вот. Блядь, моей машины нету, ебаный урод. Пиздец, который я тюнинговал, нахуй. Я ебу козылобу, бля. Пиздец, за что это хуйня? Похуй, давай вот этот драпанем. Чё, блядь, тут шоссе, что ли, или чё? Нихуя себе, я даже не врезался, да? Во-во-во-во-во, вот эта тачка мне нужна. Братишка. Чуваки. Извини, командир, будет мое. Пожалуйста. Бежим. Боже. Спасибо. Спаси нас, спаси, спаси. А потом соси, спаси. Прикол, ебать. Все, да? Блять, там столько вырезать, короче. Да, в принципе, по хуйне вырезать немного, ебать. Это факт. В принципе, вырезать, привязать сюда, вот из этой минуты. Сделайте, скажем так, 20-минутное видео вот это сделайте, к этому видео то прилепите, будет заебись. Преследую гонщика. Давай, давай, давай. Понял. Не догонишь, не догонишь, не догонишь. Чушь. Ебать, ешь, мать, ебать. Да вот, собирайся догонять, да ебала. Меня не догнать, нахуй. А то, что его тачку зря прокачал, это факт, ебать. У меня ее забрали куда-то, она куда-то пропала. Это что не есть плохо. Я потратил на это $1500. Где-то. Да. Бля, где это задание уже 3 минуты ебашено? Где задание, чуваки? Ну вот,
опять ехать чиниться. Первый косяк мой, блядь, на этой тачке. Ну вот, в принципе. Меня не остановить, Джо, у меня тут небольшая проблема. Я недавно делал одному клиенту кузовой по спецзаказу. И подправил тормоза так, чтобы они отказали через несколько дней. А мои ребята все перепутали и отдали машину не тому. И кое-что не обрадуется, если в нужный момент машина окажется не та. Верни ее мне и побыстрее, если тебе повезет, тормоза продержатся. Но, по-моему, ты ими и так не пользуешься. Но почему не пользуюсь? Пользуюсь. Кто тебе сказал такой бред, ебать? Иногда нажимаю на кнопку тормоза. Вот же дубина. Ну поехали, отожмем тачку, блядь. Тут это тарахтелка, что ли? Нихуя себе, не могу остановить, блядь. Тормоза не работают. Прикольно. Ебать, когда он посмеялся, да, чуваки? Его, наверное, тоже смешно, да? Ну, так а чё? Бля, их в натуре нету, ебать. Сука, блядь, тормозов нету, ебать. Ой, прикольно, хуя. Мне в чем больше эта игра начинает цеплять, короче. То, блядь, бомба, блядь, взрывается через 3 секунды под жопу у тебя, блядь. То, блядь, еще какая-то хуйня, то тормозов нету, блядь. Я ебу сказал, абу, блядь. Чё мне теперь, как улитка плести, что ли, да? Их нету, блядь, тормозов нету, вернись! Ух ты, блядь, нихуя себе. Да я красавчик, ебать. Ну-ка, поехали дальше. Чуваки, тормозов нету, пропустите, ебать. Ебать. Похуй. Не, не надо. Бля, куда вести-то? Ломать! Вот хуйня дикая, бля, да? Бля, не надо забывать, что я святой и нельзя на большой скорости ездить. Ой-ой, какая опасная скорость. Затормози, не тормозит, ёптвою. Когда народ водить научится? Да не, он мне послужил тормозом, ебать. Тут надо вписаться в кого-нибудь, тогда тормоз работает ручной, понимаете, да? Понимаете этот момент, ебать? Чух. Довезу, ебать, чё не довезу-то? Опа, я уже почти приехал, ебать, я помню поворот. Жик, жих, жмых, да? Всё, блядь, почти приехал, сука. Вот так вот, умеете, да? Шо. И человека не сбить, нахуй. Далее, сейчас, подождите. На паузу поставлю. Так, тут я. Продолжаем проходить. Где новое задание? Новое задание С находится в очке. Тут по одному заданию только. Совы. По несколько нету. Ну, поехали. Какую сторону? В эту? Ну да.
преследую гонщика. Да я даже не разогнался, догонишь, догонишь. Давай, догоним, догонишь. Давай, чё ты, потерялся уже, да? Какой ты гонщик, нахуй, преследователь, бафлёр ты, ебаный, а не гонщик. Банчик, банчик. Прикол. Ебать, ну тачка прикольная. Я не знаю, она мне почему-то нравится, чуваки, вот эта тачка, она мне нравится почему-то. Я говорил вроде, да, один раз, что я в реальности такую себе поимел. Помедленнее, ебать, она прям разрывается уже, эту фразу 500 раз слышал. Помедленнее, блядь, помедленнее, осел, да? Ну, блядь, похуй вам. Ебать, это целая, блядь, грузовая, блядь, компания едет, да? Спереди, вон еще грузовик, блядь, сколько грузовик. Евреи ходят, да, вон? Дальше что? Бля, далеко что-то пизда задание. А вы думали, я врежусь, чуваки? Не. Разве я могу? Не могу. Арена Брио Линчиков. Джо, ко мне тут ночью вломились какие-то ублюдки, угнали родстер. Наверное, те Брио Линчики, с которыми у нас недавно были проблемы. Джо, я видел, что эти уроды делают с машинами. Загоняют настолько, что даже на запчасти не годится. А машина-то не моя, и хозяин куда-то круче надо с тобой, нас с тобой. Верни мне ее, и я по гроб жизни тебе буду обязан. Но только постарайся обойтись без крови. Сделай мне одолжение. Хоть раз никого не убей. Ладно. Победите бралинчиков в их собственной игре и верните машину. Какой игре? Гонки, что ли? Какие-то задания жесткие стали, блядь. Бля-бля. Куда ехать-то? Ну точно не сюда, да? Задания жесткие стали, нереальные, блядь. Это сделай, то принеси, блядь, понял? Там бомба лежит, тут тормозов нет, сейчас эти будут, как его. Масло течет из-под двигателя, да? Ну, по-любому, а чё? Без этого уже никак. Я уже понял, по-моему, бокс будет. Да, бой, блядь. Я уж думал, гонка будет. Приз! Нихуёвый. Первый раунд. А бойцов три всего, да, будет, я так понимаю. Ебать. Я ж забыл, я за Джо дерусь, за этого жирного пидораса. Ты мне втащил, ты в курсе? А, давай, 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 сука. Да-да, хуй. Отъехал, братан. Вы победили. Но это еще не все, правильно? Второй раунд, блять, это какой-то этот трекер, ебать. Ну, третий самый охуевший будет, я по-любому. Тихо, 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 братан. Нихуя ты каратист. Ебать, я тебя втащил, ты видел? Ой, ты меня втащил.
Поднимайся сюда. Блять, быстро лаз с клетки. Это странно даже. Блять, ну тут... А, финальный, да, да. Ну я понял. Заебись. Ой. Ебать, вот этот удар мне нравится. Ебать, и я оттуда. Знакомься, это мой хук левый. Все, ёпта, я выиграл. Хотя меня почти вывели. Машина ваша, спасибо. Так это ж моя. Ёпта, у меня такая же была. Ты че, ёбата? Я ж такую тюнговал себе тоже. Хуйня какая-то дикая. Так, мне надо срочно, чуваки, пропустите меня. Пропустите. Ебать, там что-то въебало сейчас. Да уйди, блядь, долбоёб. Кстати, меня что-то мусора вписали, все похуй. Привыкай к большому городу, деревня. Евреи бушуют, да? Бля, как же далеко ее везти, вы что, ебанулись, бля? А нет, уже приехал почти. Опять тебе, что ли, ты заебал? Все, ё. Далее. Четко. $100, блядь. Ну, пиздец, прям дохуя. 14 тысяч бачей у меня наличка. Так, что тут еще за задание? Ой, это далеко, чуваки. Ладно, я пока доеду до Гарри на паузу поставлю, потому что далеко реально. Я заправляйся. А хочу я быть актером. Ну, знаете, на радио. Кто же не мечтает работать в озвучке? Так, сюда теперь. Чем еще я могу помочь? Спасибо. Всегда рады вашим денежкам. Давай. Всегда рады вашим денежкам, понял? Все, я, короче, на фул заправился. Можно
может съездить как раз починиться, нахуй. В принципе, тут рядом машинку починить не погребуется. А то она у меня хромает уже. Розовая, блядь, далее, розовая тачка. Хотя нахуй, я не буду ее чинить, пизду. И то, что я ее заправил, мне уже этого хватило. Ну вот, опять ехать чиниться. Никто чинить ее не будет, плачу. Нахуй она нужна, ебать, да? ДТП, водитель хочет скрыться. Давай взятку дам, иди сюда. Да я, блядь, успею починить ее нахуй, съебаться отсюда. У вас было время у меня баба взять, вы отказались, чуваки. Я ничего не знал. Стрит-рейсинг, Джо, я слышал, ты ищешь заработок. Я тут доработал машину одному типу, который решил, что он гонщик, и теперь у меня проблема, потому что этот поганец не верит, что тачка стоит своих денег. Я знаю, ты не самый последний водитель, так что возьми машину, покажи этому деятелю, на что она способна. Тогда он точно клюнет, мне заплатит, и я тебя заплачу. Устройте машину, ты здрав, и докажи, что она стоит своих денег. Блять, вот я же говорил, гонка, она близко, сука. А, возвращаюсь. А, контроль точки пройти, что ли? Так я думал, с кем соревноваться надо, блядь. Заебись он. Чуть-то хорошо. Чем мне нравится? Бля, ну точки далеко, конечно, находятся, пиздец. Ну а что такое? Сюда. ДТП, водитель хочет скрыться. Ясно. Бля, ебать ее заносит. У меня тест-драйв, чуваки, не мешайте. Не догонишь, не догонишь. Смотри, сейчас я въебу нахуй. 100. Преследую гонщика. 120. Вас понял. Все, они уже потерялись.
Не, ну охуенно ездит, что ему не нравится, ёбаный народ. Охуенная тачанка. Он что, ёбнутый или что? Чешу он хуйню в городе, ебать. Она, ебать, летает, я его. Я бы и сам на ней рассекал. Преследую гонщика! Понял. Давай, преследуй дальше. Зарабатывай деньги честным трудом. Все, пиздец, ты заработаешь. Пизди, я не трогал твою машину. Когда народ водить научится? Ах ты, сука! Видите, я стартую, ёпта, я проверяю, блядь, двигатель. Нахуй мешает. Блян, точки пизда далеко, я ебал просто нахуй. Тихо, ёпта, что тебя так заносит? А сколько точек еще осталось? Все, ладно, не врезаться, а то у меня скоро мотор поплывет. А этого допустить нельзя. Здравствуйте, товарищи. Преследую гонщика. Вас понял. Чё, блядь, до последней секунды, что ли, надо выгонять его? Фуфло. Здесь ещё 10, две точки. Я охуею, если ее надо еще доставить будет, я ебанусь. Мне что-то это напоминает миссию из первой мафии, блин. Чем-то. В принципе, успеваю, чё. Сейчас только разогнаться, блядь. Бля, не успею довести, да? Да, не успею. Сука, переигрывать придется, блять. Ладно, как Давид доеду до точки. Так, везем дальше. Времени сейчас типа в обрез. Ну, то есть хватает, в принципе, я думаю, так. Надо успеть довести. Не успеть нельзя. Сука, тихо, блядь. Ну, тачка хорошая, ездит заебись, я говорю, реально, машина. Куда ты, блядь, еблан, бежишь? Вот и все. А, ну и все, блядь, сюда.
Все, пройдено. Далее. Что, начнем сейчас сразу новую серию.